Когда-то я услышал, что нельзя тратить свое время на вещи, которые не имеют значения. Большую часть жизни я провожу в дороге. На Земле нет одинаковых стран. Традиции, люди, природа – все разное, все особенное. Но стоит выйти за границы любого города, и ты увидишь то, что было до тебя и будет после. В пустыне ты особенно понимаешь свое придуманное могущество. Природа, давшая жизнь всему, в любой точке планеты своим величием помогает мне осознать мое место в мире. Каждый человек воспринимает окружающий мир по-своему. Я с детства мечтал, чтобы люди увидели мир моими глазами. Это стало возможным, когда я научился смотреть на жизнь через видоискатель фотоаппарата. Однажды я осознал, что замечаю вещи, скрытые от случайного взгляда. Это как внезапно понять, что ты можешь останавливать время. Я бываю в таких местах, о которых обычный турист даже не догадывается. Мимо меня проносится бесчетное количество удивительных событий, которые происходят как будто в параллельной реальности. Я связываю эти миры, даю возможность тысячам людей пережить мои эмоции, увидеть и почувствовать что-то новое, захотеть что-то изменить в своей жизни.
Когда мы счастливы, мы ощущаем себя частью чего-то цельного, искренне понимаем и принимаем мир. Внутренняя природа человека объединяется с внешним миром, не остается вопросов и сомнений. Мысли и идеи обретают четкую форму. Все лишнее растворяется. Я сам становлюсь простым и понятным самому себе. Когда я научился пользоваться энергией ветра и воды, это стало моей формой медитации. Нашел способ делиться этой красотой. Все это останется и после меня. Когда я думаю об этом, я чувствую свое место и то, чем действительно стоит заниматься. Слышал, что нельзя тратить свое время на вещи, которые не имеют значения. Важнее искать и найти то, что делает тебя по-настоящему счастливым.